Передовые соединения сирийской армии в пятницу вошли в город Манбидж, расположенный в 85 километрах от Алеппо, передает агентство САНА со ссылкой на заявление Генштаба армии. Известно, что к полудню по московскому времени 28 декабря войска правительственной армии установили контроль над городом и подняли над ним национальный флаг Сирии. Командование вооруженных сил отметило, что марш-бросок военных в пригород Алеппо связан с просьбами местного населения, а также в соответствии с поставленной Дамаском задачей восстановить суверенитет над всей территорией страны. Ранее вооруженные отряды курдских сил народной самообороны заявили о готовности передать Дамаску подконтрольные районы к северу от Алеппо. Сообщается, что подобные действия курдов обусловлены большой вероятностью вторжения в город сил турецкой армии. Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести американские войска из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» в стране одержана, и это было единственной причиной, по которой армия США там находилась. После этого турецкое правительство сообщило о планах начать работу по подготовке новой военной операции на севере Сирии вдоль реки Евфрат. Целью операции является ослабление военных позиций курдских вооруженных формирований, которых официальная Анкара считает террористами. Турция намеревалась занять город Манбидж и присоединить его к созданной зоне безопасности в пограничном районе между Аазазом и Джараблусом.